Мы сегодня говорим о, о силе любви. Сила любви. Мы на прошлой неделе начали говорить о Божьей любви к нам. Вообще о Божьей любви сначала. И сейчас и мы не закончили о Божьей любви к нам, поэтому надо его закончить. Божья любовь. Вообще-то мы обнаружили с вами, что Бог есть любовь. Он движимый любовью. Оказывается, любовь способен двигать кого-то. Также все остальные негативные эмоции способны кого-то двигать. Главный вопрос: какие эмоции двигают тебя в жизни? 99,9% людей делают все, что они делают, движимы чем-то, какими-то эмоциями. Христиане из них хитрее. Они говорят, мной двигает Дух Святой, для того, чтобы прятаться от ответственности. Но на самом деле каждый из нас движимы какими-то эмоциями. Скажите со мной аминь. И всегда надо задавать вопрос, какие эмоции мною двигают? Когда ты определяешь, какие эмоции тебя двигают, это поможет тебе определить, есть дьявол тут или нет. Единственные эмоции, которые должны нас двигать по идее в жизни, это любовь, радость, мир, терпение, долготерпение. Я думаю, этот список вы можете мне помочь заполнить. Правда же? Вот это единственные эмоции, которые нас двигают. Так, пастор Генри, я шел по улице. Да. Купил новый костюм. Да. Водитель проехал. Да. Облил меня. Да. Теперь как я на него обиделся. Логично. Теперь что мне делать? Ага. Вы должны действие следующее после должны быть недвижимы обидой, которая возникла. То, что вы обиделись, мы это осознаем, потому что вас облили новый костюм. Но ничего не делайте, будучи движимы обидой. Я знаю, вы меня не поняли. Вы в это время дышали. Вот смотрите. У вас есть деньги в кармане. И у вас украли их. Как можно красть у меня? В гневе. Логично. Оправданный гнев. Скажите аминь. Но ничего не делай, будучи движимым гневом. То есть, раньше, чем ты что-либо начнешь делать, отпусти гнев куда-нибудь. Поэтому Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть, если гнев пришел, ничего не делай, иначе, когда мы действуем во время гнева, 500% мы грешим. Что-либо, что мы сделаем, будучи движимы обидой, на 100% мы грешим. Мы кому-то делаем плохо. И все, что мы делаем, будучи движимы негативными эмоциями, ничего хорошего не для нас, не для окружения. И мы уже не исполняем Божью волю в это время. Так, кто-нибудь меня слышит? Вот это же получается моя мама меня иногда наказывала. Ни за что. У вас такое в жизни было или нет? Вот, вы представляете, я вырос в семье, где часто меня наказывали ни за что. И поэтому у меня аллергия на то, когда меня наказывают, лишь что там ни за что. Аллергия, потому что я в этом
не люблю я. Но маму надо, Библия что говорит? Родителей надо почитать и слушать. А она меня наказала ни за что. Так. Я обижен справедливо. Я во гневе справедливо. Но до того, как я что-либо скажу маме или какое-то действие сделаю, мне нужно разобраться с этой обидой, с этим гневом, который вроде бы справедливо, потому что она меня наказала за то, что я не сделал. Но это не дает мне права нарушить то, что написано, что родителям надо почитать и надо слушаться. И получается, христианин не должен быть движимый негативными эмоциями никогда. Вообще никогда. Любые движения, которые из-за негативной эмоции приносят боль, страдания, поражение, номер один тому, через кого оно идет. Это можно легко проверить. Мучается человек в душе или нет? Мучается, это потому, что он действует согласно негативных эмоций. Номер один страдает тот. А номер уже 26, и деревья, и москиты, и все прочее. Спасибо, Андрей. Поэтому наш Бог, Он движимый по отношению к нам. Чем мы обнаружили? Любовью, состраданием. Это не означает, что мы всегда хорошие. Наоборот, иногда мы достойны гнева Его. Но Он реагирует к нам с любовью, состраданием и нас вытаскивает. Поэтому заметите, что мы должны быть движимы добрыми качествами, которые от Бога в нашей жизни. И вот продолжаем. Вот эта любовь Божия в жизни мы заметили на земле. Давайте я сначала скажу вот следующее. Понятие надо слушать внимательно, не дышите. Понятия Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Когда появились? Скажите мне. Вот это понятие. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Когда появились? В бытие этого нет. Если вы заметили, в бытие этого нет. В бытие просто есть Элохим. Мы понимаем, единый Бог. И от этого мы понимаем, что больше, чем одна личность. И в Ветхом Завете мы замечаем, что три личности. Вот в библейской школе мы это доказательство учим. Но не говорится Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Понятие Бог Сын и так дальше появился, когда Он появился на земле. Поэтому в начале, когда не было нас, никого, не было понятия «ты Бог Отец, ты Бог Сын, ты Бог Дух Святой». Такого не было. Мы не знаем, как они друг друга назвали, но они просто были Бог. Но вы не пытаетесь сейчас включить свой компьютер, понять, что это значит, потому что она выключится, еще и взорвется, потому что это слишком высокая материя. Но вот что я хочу сказать. Бог, Отец, ну, теперь вы понимаете, да? Он стал Богом Отцом, этот стал Бог Сын, но так не было в начале. Но когда Он пришел на землю, вот тогда это понятие мы Его создали. Так, вы меня понимаете, да? Так, одна из причин, почему мы Его называем Богом Сыном, это потому что Отец, который мы называем Отец, сам Иисус назвал Его Отец. Два, он сказал, Он Сын Человеческий. И Он сказал, Отец дал Сын. Ну, поэтому мы так называем Его Сын. Но поскольку Он Бог, мы добавляем слово Бог. Но сама Библия не пишет об этом, но это мы добавили так. Вот. Поэтому, наверное, когда закончится все вернется назад, может понять, Бог Отец, Бог Сын не будет уже.
Опять будет просто Бог, единый Бог. Вот. Но Иисус, будучи на земле, уже создалось понятие Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой ради нас. Первое выражение Его любви в совершенном виде, как оно должно было быть, оно было выражено на Иисусе Христе. Поэтому, если мы хотим понять Божья любовь, надо смотреть отношение Бога Отца к Иисусу Христу, отношение Иисуса Христа к человеку. И в этом увидим полноту Божьей любви. Давайте посмотрим. Написано Матфея 3 глава 17 стих. 3.17. Матфея 3.17. Начиная с 16 стиха. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас небес, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот слово «Сын мой возлюбленный» по-простому это «Сын мой, которого люблю». Вот голос неба. Отец говорит: «Это Сын мой, я его люблю». Отцы, вы должны любить своих сыновей. Они нуждаются в этом. Потому что любовь папы для сына, для дочери, даст ему ей стержень в жизни. Чувство опора. Я не брошенный. У меня за мной кто-то стоит. Даже если этот папа, он вообще в рамке общественного понимания на самом низком, неважно. Его любовь, его одобрение важно, чтобы в сыне, в дочери появилось чувство уверенности. Скажи да, аминь. Обычно нарушение отношения с отцом проявляется горько всегда. Или его не было, или они нарушены. Оно проявится. В основном чем? Неуверенности, страхами и тому подобное. Потому что любого отца должно было выгнать определенные страхи из жизни дочери или сына. А любовь мамы это делает? В какой-то степени тоже. В какой-то степени, да? Но нужна и любовь и папы, и мамы. И вот поэтому вот этот разговор о том, что ты нам не нужен, вон уходи, мы с детьми без тебя. Нет, они без него не могут. Они не могут без него. Они нуждаются в нем. Вот. Вы заметите, что я буду много раз делать ударение на важность отца. Не потому что я мужчина, а потому что мы живем в обществе, где папа – это дежурный. Я вам говорил когда-то, что мое наблюдение как постороннее, как те времена, когда я становлюсь не украинцем, да, и я на это имею право, я вижу, что папы дежурные, и даже к ним так относятся в церкви. И даже так, в церковных семьях. Вы понимаете? А папа не дежурный. Папа не объект манипуляции. Папа это папа, по идее, как все от него. Да? Вот. Поэтому разрешите вашим детям почитать и уважать своих отцов. И это мое убеждение. Я понимаю, что после этого фразы, которую я сейчас скажу, вы со мной не будете приветствоваться с острым. Но это мое убеждение, что каждая женщина, которая когда-либо унизила папу перед детьми, должна покаяться.
Потому что они разбили что-то внутри сердца детей. Особенно сыновей. Это Тедди Джекси рассказывал, что женщина кричала на сына, что «Ты как свой папа!» Она думала, что этими словами заставит его делать что-то хорошее. А все хуже и хуже. А оказывается, она привела, говорит, он одержимый. Оказывается, он неодержимый. Он просто-напросто нуждался в папе. Одержимости не было никакой. Просто папа нужен был, и все. Вот. Поэтому я иногда, когда хожу в церкви, когда у меня есть возможность, некоторые люди говорят, пастор, а некоторые забывают, что я пастор. И говорят, папа, я говорю, что я же не твой папа. Ой, извините. Но разрешаю. Потому что эти папы стали редкостью. Понимаете? Они стали большой редкостью. Поэтому папы нужны. Потому что мы говорим о любви отца. Вы знаете, что Бог мог бы решать, что Он назовет свою любовь, любовь матери. У него такое право выбора было. А почему-то Он его не избрал. Вы заметили, да? Бог, Он создал женщину, Он создал мужчину, Он любит и мужчину, и женщину одинаково. Сестры, улыбайтесь. Ваши лица без улыбки вообще не подходят для телевидения. Вот, и получается вот что. Он любит мужчину, Он любит женщину. Кто принял решение создать женщину? Мужчина или Бог? Бог. Мужчина вообще ничего не решал. Бог решил. Но когда он закончил все это, он решил назвать себя не мамой, а отцом. И не любовь мамы, а любовь отца. Потому что он хотел передать важность этой любви. Номер два. Он знал, наверное, что против этой любви будет большая война. Нужна она. Скажите со мной «Амин». Вот говорится, первая любовь, которую мы видим Отца, проявлялась к Иисусу Христу. Это был голос с неба. Отец говорит, это мой Сын, которого я люблю, и я им доволен. Ну, там написано в синодальном переводе, в котором мое благоволение. Вообще-то по-простому, я радуюсь и доволен им. Точка. Вот это все супер слова. Я радуюсь и доволен им. Ну, отцы, когда вы смотрите на ваших детей, вы радуетесь и довольны? Конечно. Даже если он маленький, там, он не умеет разговаривать. Вы смотрите, и прямо вы не знаете, куда деться от радости и счастья. Потому что мы радуемся. Вот Бог, когда смотрел на Иисуса, он был довольным и радовался. Это об Иисусе речь идет. И вот дальше говорится, но вторая сторона, это значит, Иисус радовал Отца. То есть Бог на небе смотрит на землю, посмотрел на водопад Виктория в Зимбабве, сказал красиво, но не улыбнулся. Смотрел на Закарпатские горы, чтобы вас не обидеть. Улыбнулся тоже. Не улыбнулся, но сказал красиво. Вот. Посмотрел на Иисуса, он его радует и заставляет ему улыбаться и быть довольным. Вы знаете, что когда смотришь на детей, чувство довольства, которое приходит, оно больше, чем от денег. Одна женщина, у которой правильные понимание материнской любви, сказала «Аминь». Вы знаете, что если у тебя миллиард долларов и ребенок твой, и выбор, что вы выберете? Ребенок. Потому что чувство того, что он есть, оно больше, чем то, что дает денег. Вот поэтому некоторые люди, они вечно в депрессии, потому что они не воспринимают своих детей правильно. А если вы воспринимали бы их правильно, чувство довольствия в ваших сердцах
было бы гораздо больше. Вот, и поэтому написано тут, он так любил Иисуса, это было как радость его. А в послании к римлянам, 8 глава, смотрите, что произошло с Иисусом, которого Отец любил. 8 глава, 32 стих. Тот, который, начиная с 31 стиха, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Но говорит, если Бог за нас, мы не понимаем, с какой посвященностью Он за нас. Насколько Он посвящен? Вот я за тебя. А чем ты выразишь, что ты за меня? Ну, заголосуй на тебя на Украине мои таланты там. Вот. А Боже, и даже копейки тебе не дам. Но на Украине мои таланты, голосуй. А ты там не попадешь никогда. То есть мое посвящение пользы тебе никакой. Потому что оно маленькое. Бог за меня, ага. Ну, Бог сильный, всемогущий, Он мощный. Но насколько Он посвящен мне? Насколько? Теперь смотрите дальше. 32 стих. Тот, который сына своего, давайте точка пока поставим. Кто такой сын его? Иисус Христос. Которому он говорил о нем. Это сын мой, в который мое, которого я люблю. И мое благоволение. Я им доволен. Радуюсь им. Вот о каком сыне идет речь. Которого сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Заметите, Бог Отец так любил Иисуса, что Он радовался. Но когда был вопрос, я вам сказал, $1 000 000 ваш сын, что вы выбрали? Сына. Но когда вопрос стоял Генри или Иисус, Бог выбрал меня. Я понимаю, что вы говорите, как это? Ну, я вам читаю из Библии. Когда возникал вопрос тебя или Иисуса, Бог выбрал тебя. Заметите в русском языке слова «не пощадил». Что это значит? Это значит, у него была возможность взять и перекрыть Иисуса от всего. Но он не сделал. Он не сделал. Я вам рассказывал историю, что человек работал возле рейсов, и его задача там двигать, как называется, рельсы, чтобы поезды не столкнулись. Его домик там, его на работе поезд идет, 500 метров осталось. И сын идет к папе, ну, переходит рельсы. И папа говорит, не переходи, но сын, знаете как, побежал все равно. И споткнулся, и упал на рельсы. И поезд приближается. Папа не успеет бежать отобрать сына. У него есть одно, что он может делать. Двигать, и поезд поедет на встречную. И столкнуться с другим поездом. И погибнут там 500-600 человек. И спас своего сына. Или же позволить поезд проехать в сына. И спасет 500 человек. Что вы бы сделали? Вы тогда мне не ответили. И вот уже сколько времени прошло, вы меня успешно игнорируете. С этим вопросом. Вот. Но один хитрый брат подошел ко мне после собрания. Я обычно думаю, что сестры хитрые, а оказывается, нет. Вот. И говорит, пастор Генри, все-таки что вы бы сделали? Правда, хитрый брат? Вы хотите знать, какой ответ я ему дал? И сколько вы мне платите за это? И вот смотрите, что я ему сказал. Я сказал, первое, я бы не разрешил поезд ехать на встречную.
Он сказал, а это же, значит, убьет вашего сына. Я говорю, нет, подожди, это же незаконченный параграф, это фразу только закончил. Я сказал, я бы так сделал и побежал бы. Стараться успеть сына оттолкнуть, зная, что я сам не успею. Ведь можно успеть сына оттолкнуть, можно. Зная, что я сам не успею. Он на меня посмотрел и сказал, вы так любите своих детей? Я сказал, пожалуй, да. Он сказал, вы же ненормальный. Я сказал, нет. Вот как раз так надо любить своих детей. Вот я такой. Вот. Я сказал, я бы так сделал. Я бы ногой, может, отрезали бы ноги, там, непонятно, что бы сделался. Но точно я бы не убил людей невинных, но я тоже бы не дал моему сыну умереть. Я бы побежал. А я выжил, не выжил, это вопрос номер 26. Там уже определились, ведь те, которые останутся. Вот. Но отец, когда он видел, что человечество сидит в поезде, который идет на уничтожение, и он увидел сына, что сын мог бы это предотвратить, даруя свою жизнь. Отец отвернулся. Иисус говорит, отец мой, почему ты оставил меня? Отец отвернулся. А зачем отец это сделал? Отец это сделал по одной причине. Одна. Потому что, как написано здесь, 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Мы были причина, почему отец не пощадил Иисуса. Мы. Это означает, что для отца мы составляем большой важности, которые, возможно, мы с вами не осознаем до конца. Но времени у меня нет, я бы вернулся к бытие, когда он создал человека. Но хотя бы пару фраз скажи. Когда Бог создал человека, кого он создал, скажите мне? Он создал свой образ и свое подобие. Он создал подобно себе. И этот род, подобно ему, оказался под угрозой. И он должен был защитить этот род, подобно ему. И при том, если читать Бытие, если вы заметите, да, там написано, и создал человека. Я когда вам задал вопрос, для чего Бог нас создал, вы говорили, чтобы ему поклоняться. Если вы читаете Бытие, первая глава, когда он создал человека, понятие поклонения там не фигурируется вообще. В поручении Божье для человека никакого поклонения там нету. Читайте, посмотрите, что там написано. Написано, и благословил, и сказал, плодитесь, и что Бог сказал, давайте создадим человека. Зачем? Чтобы он владычествовал над всем, что все просмыкающиеся. Это демоны в том числе, они тоже просмыкающиеся как-то. Это вирус тоже, который в теле просмыкающийся, между прочим. Это бактерии, которые ходят по крови человека.
Это гепатит С, который гуляет по крови человека. Вы меня понимаете, да? Оказывается, все это вы имеете над этим власть. Там понятия поколения не было. Он должен был представлять Бога на земле. Но извините за фразу, Бог младший, что ли. Который представляет Бога, который на небе, и Он на земле. Подобие, похожее по образу Божьему. Вот поэтому владычество, оно живет в каждом человеке. Вы когда-нибудь видели, как человек, нормальный человек, который не сломанный, не поражен, там не эмоционал, у них какие-то пьянства. Нормальный человек. Вы заметили, как он не сдается, как он еще пытается, как еще он хочет, как еще. Причина – это в нем вложено. Это то, ради чего он был создан. Он создан владычествовать, достигать, сделать. Вы понимаете, оно в нас живет. Вывод, если во мне нет желания достигать чего-либо, я заболел, помогите мне. Потому что нормальный человек, вот это оригинальное Божье это поручение должно в нем гореть. Проблемы, которые появляются в жизни, для человека нормального не являются помехой. Это помеха временная. Но никогда человек не останавливается. Нормальный человек, полноценный, не больной. Проблемы – это временное явление. Это в нас. И когда мы становимся христианами, вот это Божий оригинал должно в нас вернуться. Вы заметили, как вы всегда хотите достигать, что-то делать, что-то выполнить. Откуда это взялось? Это с самого начала вложено, когда Бог создал нас по подобию Его. И поэтому, когда вот эти подобные Ему, по Его образу, были под угрозой, вот он решил спасать, вернуть оригинал. И поэтому рожденные свыше верующие – это те Божьи оригиналы, которые он имел с самого начала, которые он хотел. Поэтому мне кажется, что нас Бог любит больше. Бог считает, что мы такая ценность больше, чем мы думаем. Гораздо больше, чем мы думаем. Поэтому, когда я попал в церковь пятидесятников, и там пели песню, гимн красивый очень, из Швеции привезли. О, я грешный, бедный, правда я такой. Реген говорит, правда я такой, правда я такой, правда я такой. Голоса дает. Раз, два, три. О, я грешный, о, я грешный, о, я грешный, о, я грешный. Это такие все песни, которые, мне кажется, разбивают сердце отца. Так. Не пощадил. Это означает, по крайней мере, в любви Отца по отношению к Иисусу, оно не меньше, чем Его любовь к нам. Не меньше. Когда Иисус молился, и Отец отвечал на все Его молитвы, это Его любовь к Иисусу. Когда Иисус ходил по воде, и Отец поддерживал, это Его любовь к Иисусу. Когда Иисус воскрешал Лазаря, это любовь Отца к Иисусу. Вы понимаете? Когда они хотели убить его раньше времени, и не получалось, это любовь Отца к Иисусу. А если ради нас Он отдал его, смотрите, что еще он, Бог этим пытался показать. Написано, неужели не даст нам всего? Заметите, любовь Отца к нам такое. Он готов дать нам
всего. Отец, я не верю. Смотри на доказательство. Какое? Я даже ради тебя моего сына не защитил. Неужели? Что такое неужели? Это означает, я расстраиваюсь, что вы это не понимаете. Вы еще задаете вопросы в этом вопросе. Неужели? Непонятно. Когда вы используете слово «неужели»? Это когда вроде бы доказательство явно, а все равно спрашивают, почему? Да? Тогда мы говорим, неужели непонятно? Это уже называется крик. Неужели вам не видно, что если он дал сына, это означает, он хочет дать нам всего. Скажите, всего. И поэтому говорится в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 17:23. Написано так. Отче, не, я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Заметите, любовь Отца к Иисусу такая же, как Его любовь к нам. Поэтому Иисус умер за нас. И вы знаете, что вы хотите, что надо знать? И временами мы тоже умираем за Иисуса, между прочим. Временами за Него надо и умереть. Это не то, что Бог любит Иисуса больше, то есть меньше, а нас больше, и только Он умер за нас. Нет, временами от нас просто, чтобы мы тоже за Него умерли. Он любит нас так же, как Он возлюбил Иисуса. Согласно тому, что Иисус говорит. Но это час, который понятно. Давайте три слова назад, или три-четыре там слова. Иисус говорит, да будут они совершенно воедино, ради двух целей. Номер один. Чтобы мир познал, что Иисус от Отца. Это не наша тема, но важное. Евангелизация, чтобы была успешна. Нужно единство в церкви. Два. Чтобы они уверовали, что ты возлюбил их, как ты возлюбил меня. Заметите, когда откровение о том, что Отец нас любит одинаково, когда она в полноте, когда мы в единстве. Так, я подожду, потому что, понимаете, сложные вещи, космические, это выше космические, они небесные. То есть, если дьявол хочет разрушить любую церковь, первое, чтобы евангелизация была неуспешна, неверующие не поверили в Иисуса. Два, чтобы откровение о том, что Бог нас любит, ушло, следовательно, разрушая нашу молитвенную жизнь и веру. Все, что ему надо создать, это создать дискорд большой. Я не знаю, дискорд, есть такое слово в русском языке или нет? Нет. Это создать, я подозреваю, что оно есть, но ничего. Это создать путаница, хаос, замешательство и неединство. Ему надо найти одного человека, один, кто поддастся этому и создать такой хаос. И церковь теряет свою эффективность в евангелизации и теряет свое понимание, что Бог их вообще любит. Вывод номер два. Человек, который не в теле, который себя держит обособленно, не участвуя в делах церкви, я особенный. Такие люди редко переживают любовь Божия. Они начинают жить по закону, по правилам, по каким-то буквам, мучая себя, уничтожая себя. Они не узнают, что христианство
основана не на рабское отношение к Богу, я раб, а отношение папа и сын-дочь не узнают никогда. Есть много христиан, чье христианство основывается на их рабство перед Богом. Это не то христианство. Мы дети вообще-то. Скажите, я дитё. Да, был сын, который хотел быть рабом, папа ему не дал. Какой ты раб у меня? Принесите лучшую одежду, там, одевайте ему, что там, перстень, там, масло ему помажете со Франции. Что еще там, да, заказали. Поэтому, потому что... А он говорит, нет, я уже не сын, я уже раб, я уже... Нет, молчи, одевайте его. Ты мой сын. Вот христианство – это не куча рабов, это дети. Скажите, я дитё. И вот когда меня обвиняли, что ты дешевеешь христианство, я говорю, что вы имеете в виду? Наоборот, вы дешевеете. Вы пытаетесь доказать, что смерти Иисуса недостаточно, а поэтому я еще должен, а я пытаюсь доказать, что смерть Иисуса была больше, чем достаточно. И я имею доступ к Отцу, как сын свободный, радостный, рожденный от Бога. Я сын в доме моего Отца. Скажите, я сын, дочь. В доме моего Отца. Когда вы приходите в церковь, вообще, вы дети в доме своего Отца. Скажите со мной аминь. Я иду в дом моего Отца. Я у себя дома. Вот. Поэтому единство в церкви с телом, в единстве откровение, что Бог меня любит. Оказывается, есть некоторые вещи, которые нам не откроются, если мы не в теле. Мы можем подумать, что мы на самом деле нет. Останется вот рабский менталитет. Вот дослуживать там, надо дослуживать, чтобы Бог меня слышал. Нет, Бог тебя слышит через смерть, воскресение Иисуса. И твоя вера в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Дьявол любит бардак, замешательство и разделение. Это самое лучшее поле для него. Вы знаете, когда Наполеон, я не знаю, какую историю вам говорили в Советском Союзе. Я это скажу с риском, что вы не так думаете. Когда Наполеон напал на Россию давно, было такое, и он поражался. Французы не говорят, что они поражались, потому что Россия умела воевать. Они так не считают. Они считают, что они не рассчитались с российскими зимами. Так вас учили или нет? Или потому что вы нация великая? Но на самом деле это была зима. Поражала Наполеон. И Россия тогда сумела использовать зиму хорошо. А французы не знали, что такое тогда русская зима. Не знали территорию, не знали географию, не знали погодные условия, не знали. И получается, из-за этого они поражались. В замешательство, в путанице, в разделение христиане как Наполеон. Вы меня понимаете, да? Христиане никогда... Им запрещено. Они никогда не могут быть успешными, когда они между собой разделены. В этот момент
А между лабиринтами разделения дьявол как рыба в воде. Понимаете? Он со своим хвостом там между этими разделениями, он прямо как чемпион. Понимаете? Он номер один, бегает как вообще. Вот это та территория, территория разделения, территория ненависти, территория негативных вещей. Там дьявол, попробуй его поймать. Он чемпион. Сразу только мир, любовь, радость, взаимопонимание, снисходительный, начинается трезвить сразу, и дьявол тут как тут на хвосте уже. А христианин как раз в единстве, в любви, в мире, в радость, он рыба в воде. Вы меня понимаете, да? Вы созданы быть успешными, не в разделении. Поэтому Иисус молился, что Отец, чтобы они были едины, потому что вне единства он знал, мы не выдержим, не получится там. Так, скажите, единство. Смотри на соседа, скажи, как хочешь, я в единстве с тобой. Скажи, мне все равно, что ты думаешь, я в единстве с тобой. Первая Иоанна, 4 глава. Первая Иоанна, 4 глава. Аллилуйя. Шестнадцатый стих написано так. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Заметите, что все это время я вам объяснял любовь Божия к нам. Надо ее познать. Если у вас бывает свободное время, найдите все стихи из Библии, которые говорят о Божьей любви. Изучайте их. Потому что тем больше мы узнаем эту любовь и уверуем в нее, тем больше Бог в нас. Давайте попробуем. Что такое уверовать в нее? Уверовать в нее. Кто-нибудь из вас летал на самолете когда-нибудь? У кого есть мечта летать на самолете, которая еще не сбылась? Никто не поднимает руку. Я бы молился, чтобы Бог это сделал. А вы боитесь признаваться? Ваше дело. Хорошо. Кто на тракторах хочет ехать, никогда еще не ехал. На это признаются быстрее, чем на самолет. Вот самолет. Сидишь, и потом начинается бррррр. Недавно показывали воздушный флот Северной Кореи. И самое большое количество самолетов, они имеют какое-то название корейское, но в скобках Ан-2. Вот. Чтобы было понятно, Ан-2, наш кукурузник. Они имеют какое-то свое какое-то умное название. И вот сидишь в самолете. Я сидел в самолете в Адис-Абеба, Эфиопии. Маленький самолет, пятиместный. И нас было 5 человек. Маленький, но меньше, чем моей машины. Она начинает бур-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 
самолета, что самолет поднимется и поднимет меня, и да, достанет меня на место. Мы через горы летали, которые были выше нас, потому что мы не могли выше подняться. Самолет не может. Не могла этот самолет. Поэтому мы избегали их между горами. Потом я сказал, вера работает. То есть, когда я верю в Божью любовь, что это значит? Это значит, я себя веду, как будто на самом деле эта любовь работает на моей стороне. То есть я себя веду, как будто это правда. Почему? А потому что это правда. Я себя веду, как будто Божья любовь реальна. Почему? Потому что реальна.
Я начинаю так себя вести. Я слышал про одном человеке, его обманули. Ему сказали, ты выиграл лотерею, там 20 миллионов долларов. А у него было 1000 долларов в кармане. Знаете, что он делал? Он ходил раздавать 1000. На, бери. А потом, когда он раздал 1000, ему сказали, что это была неправда. А деньги свои раздал. А вы знаете, почему он так себя вел? Он себя вел, как будто он уже миллионер. Поэтому Павел говорит, неужели вы не понимаете? Ведите себя, уверуйте в Божьей любви. Равняется, ведите себя, как будто эта любовь на самом деле есть для вас. И вот, говорится, мы познали эту любовь и уверовали в нее. Оказывается, надо уверовать. Имея в виду, полагаться на нее, на эту любовь. Поверить, что эта любовь ко мне все время, круглосуточно, от Бога по отношению к Генри. Я не знаю, по отношению к кому еще из живущих на земле, но по отношению ко мне. По отношению к кому еще, скажите мне. И вот смотрите. Читаю дальше. Любовь до того совершенна, совершенство достигает в нас. То есть эта любовь, она достигает в нас совершенства. И значит, оно приходит к нам не в совершенстве, оно достигает совершенства. К сожалению, многие люди, любовь Божия в них даже не достиг детский сад. Она должна достигать совершенства в нас, то есть должна расти. И дальше говорится, что мы имеем дерзновение. То есть дерзновение появляется параллельно или пропорционально совершенство любви, насколько оно достигается внутри тебя. Если оно много, дерзновение появляется больше. Если ее мало, дерзновение появляется мало. И в молитве оно сразу выражается. И вот, и поэтому важно, чтобы мы полагались на эту любовь. И мне нравится, как написано там 18 стих, в любви нет страха. Но совершенная любовь сгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящиеся несовершенны в любви. То есть, если есть мучения, это не любовь. Где есть мучения, скажите мне, не в любви. А почему Бог их сопоставляет? Потому что часто люди говорят, из-за любви я мучаюсь. Нет, нет, нет. Еще раз, нет. В любви нету мучения. Не говори мне, что ты в любви, а при этом слезы. Нет, нет, нет. В любви нету мучения. Это страх в его разных видах мучает тебя. А как раз любовь изгоняет его? И 20 стих написано. Кто говорит, я люблю Бога? Написано, и будем любить его, 19 стих, потому что он прежде возлюбил нас. Заметите, вот эта любовь Божия к нам требует ответ. Какое? Любить Бога. Мы поняли, что такое Божья любовь к Иисусу. Мы поняли Божью любви к нам. А теперь мы понимаем, что когда мы познаем эту любовь Его к нам, уверовали в нее, есть реакция в нас. Какая? Начинаем любить Бога осознанно. Это святой момент. Слушайте,
Это то, ради чего Бог нас создал с самого начала. Ангелы любят Бога, но у них выбора нет. У них нет выбора. Бог хотел, чтобы на земле была личность, которая любит Бога, при том имеет волю и может принимать решения. Неверующие не могут принимать решения любить Бога. Они охвачены. Это то, когда мы приходим к ним, Словом Божьим, разбиваем вот это ослепление, они начинают видеть. А вы, кто из вас любит Иисуса? Поднимите руки. Оригинал Божий в Адаме, заметите, исполняется в вас. Это то, что Бог хотел с самого начала. А если это есть, то тогда не только это, тогда все остальное тоже вернулось. И поэтому Библия говорит про Иисуса как последний Адам. Он вернул потерянное, украденное. Мы вернулись к Божьему оригиналу. Вот. Поэтому эта любовь вызывает, чтобы мы начали любить Его. Аллилуйя. Скажите со мной, аллилуйя. Я вас не слышу. Скажи, меня любит Бог. Скажи, я вернулся к оригиналу. Скажи, Божья любовь делает меня полноценным человеком. Скажи, убирает всякое мучение. Скажи, что-либо в мыслях, в словах, в действиях, что создает во мне мучение, любое мучение, не от Бога, не в любви. То есть, когда во мне начинается мучение, я сразу стоп, пересматриваю. Я в чем-то не в Божьей любви, раз есть мучение. Потому что любовь и мучение не вместе. Значит, появляется новый вектор. Мы любим Бога. Это тоже большой вопрос. А я люблю Бога. Как? И вот говорится, когда пришли к Иисусу Христу, в Евангелии от Марка, да, вот 12 глава, ему задали вопрос. Они думали, что они его будут поймать в чем-то. Ловушка. Любые попытки ловить людей на слова в оригинале никогда не было Божий метод общения с людьми. Пройдите по Библию, ищите, кто всегда искал ловить кого-то в словах. Фарисеи Иисуса, законники Иисуса. Поэтому ловить людей на слова не надо. Это не Божий почерк вообще. Не только на слова, на глаза, там на. У тебя нос блестел, значит, вообще ничего не это, значит, просто спотел. Скажите аминь. А Иисус говорит в Евангелии от Марка 12. Ему пришли там пытаться ловить. 28 стих. Один из книжников, слыша, спросил его, что Иисус, видя, что Иисус хорошо им ответил, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Когда люди пытаются тебя ловить, смотрите, что Иисус делал с теми, которые пытались ловить его в словах. Он повышал свой рейтинг. Вы заметили? Он не убегал. Он ему там задает вопрос. И все думают, теперь наконец мы его словили. Он бах, ответ. Рейтинг его выше. Используй ненавистники для подъема. Тебя ненавидят, радуйся. Это метод повышения рейтинга.
Найдите любого человека, которого ненавидят люди, какие-то, то ли в церкви, то ли в городе, то неважно, о нем начнут говорить. Именно того, кого ненавидят. О нем начинают говорить. Рейтинг его начинают повышаться. Если бы не говорили, не воевали, вообще его бы забыли, может быть. Так что все, кто меня ненавидит, спасибо вам большое. Из-за вас меня все знают. И все, кто ненавидит пастора Гелинда, скажут амин. О, лицемерие какие. Грешат прямо на собрание. Вот, Марка 12. Иисус ответил и говорит. Иисус отвечал ему, говорит, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Это первая заповедь. Возлюби Господа Бога многогранно. Заметите, любить Бога нужно всем сердцем, отдельно всей душою, отдельно всем разумением и отдельно всей крепостью. Вы заметили? Четыре. У меня не получится много времени все объяснять. Но многие люди имеют то, что называется слепота по выбору. То есть, мне получается в одном направлении, на этом и делаю ударение, а все остальное не существует. Стоп, все существует, даже если ты на нем не делаешь ударение. Оно все равно еще есть. Это как человек, который говорит, я математика не знаю, поэтому я не буду считать, сколько денег мы должны платить за электроэнергию. Все равно придется платить. И даже, возможно, переплатить, потому что ты решил игнорировать. Это та серая зона, которая у автомобилистов, когда родители убивают свои собственные дети, когда они едут задом, потому что есть такая серая зона, которые водители, как бы ни поворачивал голову, не увидят. Слава Богу, что сейчас автомобили имеют камеры сзади, чтобы можно видеть, что там. Когда зима, и кот спрятался и на колесе стоит, чтобы прятаться от зимы, и вы сели, бурум, и кот, вы его скрутили. Потом в следующий раз зимой, когда буду выезжать, проверите, что ваш колеса там котик не лежит. О, я вас озадачил. Но я забочусь о котах. Потому что они как раз туда лазят. Между колесом и машиной. И пришел человек, раз, бур, проехал. И думаешь, что это за кровным? Вот. Следите за машинами. Скажите. Всем сердцем. Имеет значение всем, чем ты увлечен внутри. Пусть он станет увлечением номер один. И пусть станет важнее всех для тебя и твоего бытия вообще. Написано таким образом. Матфея 6:21 говорится так. Как относиться к Богу? Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Вот Бог должен стать твоим самым дорогим сокровищем. Самым-самым. И то, к чему ты стремишься. И Павел говорил 3:8 филиппийцам, что стремлюсь. Он бегает к цели. Бог номер один. Бог мое сокровище. Душею, эмоциями, эмоциями. Я сказал эмоциями, как Гизо. Вот эмоциями вашими, всеми эмоциями вашими. То есть,
Надо, чтобы все наши эмоции были увлечены Богом, разумением, всеми нашими размышлениями, крепостью, всеми нашими достижениями, умениями физическими, вплоть до финансов. То есть мы любим его во всех четырех направлениях. Если вы заметите, в Новом Завете, Новозаветная Церковь, она это делала. Они были увлечены Богом, они радовались Богом, они... Он был номер один главный. Их размышления вокруг Бога. Так что они по вечерам да, собирались каждый день. И любили его своими землями, домами и тому подобное. Потому что они любили его всем, что есть. А как же мне любить Бога? Возникает вопрос. Вот перед тем, как я отвечу, как любить Бога, надо ответить на вопрос, зачем? Что это мне дает? Потому что если я пойму, что дает мне любовь к Богу, у меня появится желание любить Бога. Вот. Когда мне говорит, бегает, с меня требовало, бегает сегодня 40 минут. Я говорю, 40 минут многовато. Я говорю, если вы бегаете 40 минут, у вас уменьшится жир настолько, у вас улучшится сердце так. Когда мне нарисовали все ползи, я забежал не 40 минут, а 50. Когда я все эти ползи накрутил у себя, я приехал сюда, померил, где 5 километров отсюда. Я понял, что я могу бежать отсюда до тут торговый центр, и там 2,5 километра отсюда. И назад 2,5, 5. А если до Пушеводицы и назад 10. Кто хочет компанию, давайте будем бегать 10 километров каждый день. Потому что мне сказали, ползи от этого. А вы не в курсе, поэтому вы не хотите. А я узнал ползи, что бегать полезно. Вот, что все стрессы мои уходят, когда я бегаю. Вы представляете? У кого есть стресс, бегайте. Пастор, у меня стресс от бега. Нет, неправда. У тебя стресс не от бега. Боль, которая ощущается во время бега, это означает, что бег эффективен. Оно снимает стресс много. Я побегал 45-50 минут, я себя чувствую. Вы видите, как я активный здесь? А при том, что я столько набегался сегодня, столько вспотел, но жизнь добавляется. Поэтому бегайте, пожалуйста. Я знаю, что Ерисова уже бегает много. Если она уже не прекратила. Потому что подозреваю, что... Поэтому нужно заниматься спортом. И все сказали... Особенно бег. И все сказали... Существенно уменьшилось. Аминь. Так. 8:28. К римлянам. Притом знаем... что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благо. Когда ты любишь Бога, что начинает происходить в твоей жизни? Все содействует ко благо. Что это значит? Это значит... Ты можешь даже что-то не туда побежать, и Бог возьмет ситуацию и превратит во благо. Почему? Потому что ты любишь Бога. И теперь я понимаю, что Иона все-таки любил Бога. Почему? Потому что Иона сбежал от Бога, от призвания. Сел в кораблик. Вы понимаете? Убегал. Его бросили куда? Но в воду. И рыба его поглотил. Непослушный пророк. И приходит Иисус и говорит, как Иона, так будет сыном человеческим. Даже непослушание Иона послужил примером, как Иисус Христос будет умереть и воскреснуть из мертвых. Получается, оказывается, для любящего Бога
все содействует ко благу. Скажи, все. Что такое благо? Это вот что написано в Иеремии 29:11. Ибо я один знаю, какие намерения я имею о вас. Намерения во благо. И дать вам будущность и надежду. Это значит, любящий Бог, Бог намерение о тебе сделать, чтобы оно все равно состоялось. Скажи, все равно состоится. Еще раз, все равно состоится. Эй, пастор Гинни, ты просто не понимаешь, что случилось. Мама меня бросила. Ага, все плохо, да. И что? Бог сделает... потерял фразу. Если признаться, не знал его по-русски. Вы когда-нибудь ехали на GPS? И GPS вам говорит, повернитесь направо, налево, а вы поехали прямо. Вы такое делали когда-нибудь? Вот GPS говорит, налево, а вы прямо. Когда вы поехали прямо, GPS сказал налево. Что делать GPS после этого? Перестраиваться. Плохое слово, бедненькие. Не подходит. Ну ладно. Но все равно хочу вам сказать. Бог, мама тебя бросила, отдал тебя в детдом. Бог запустит новый маршрут. Но его намерение в любом случае, он хочет, чтобы состоялось. Скажи со мной аминь. Поэтому нету ни одна трагедия, ни одна проблема, которые способны убрать Божье намерение о тебе, если ты его любишь. Идет перезапуск, новый маршрут. Да, возможно, раньше было через завод по производству запорожцев, но не успел. Ничего, Бог сделал через завод производства вертолетов. То есть новый маршрут. Скажите, новый маршрут. Все содействует ко благу. Я раньше всегда думал, ой, Господи, я пропустил момент. Наверное, нет. Бог перезапускает маршрут. Чтобы по-новому. Скажите, по-новому. Если, например, ты как блудный сын, но с ума сошел, да, в своих эмоциях, побежал со своим имением, там, начинаю расточительствовать и терять, и все. Вот, казалось бы, потеряны. Но Библия говорит, когда он пришел в себя, скажите, пришел в себя. Есть такое понятие, оказывается. Когда мучение у сына закончилось, когда он пришел в себя. Как я узнаю, что я пришел в себя? Мучение заканчивается. Значит, я пришел в себя. А если я в мучении остался, ты еще не пришел в себя. Он приходит к отцу. Что произошло с отцом? Ты потерял половину нашего богатства. А! Но ты сын. Идет перезапуск. Новый маршрут. Ты дома. Садись. Скажите со мной аминь. Между прочим, большинство из вас, как и большинство меня. Такого нет, что большинство меня. В вашей жизни не один раз Бог перезапускал ваш маршрут. Не один раз уже. Не один раз. Когда я не знал это, я держался за людьми. Когда их не будет... Мое предназначение, когда я узнал, что я люблю Бога, живу по Его изволению, все подсодействует ко благу. Вот поэтому Бог может взять наркомана, который любит Бога, и использовать его историю на освобождение многих наркоманов. Это не значит, что его время наркоманов это было хорошее. Нет. Но Бог берет и использует. Анна Мендес, знаете, приезжала к нам, когда женщина проповедовала, Анна Мендес. Она была колдунья. То, что в Украине говорят колдунья, это не колдунья. Любая, вы понимаете, как любая бабушка
у которой на минус два зуба уже колдуна называют. Вы что? Настоящих колдунов в Украине нет. Они есть, но они где-то спрятаны, наверное. Это вроде бы все колдуны, которые только учатся. Она была настоящая колдунья, которая могла летать в воздухе. Она была сатанистка, которые получали поручения от дьявола в прямом смысле. И когда Бог ее освободил, она изгоняет бесов больше многих женщин, живущих на земле. Это не значит, что надо сначала быть колдуном, чтобы ты могла изгонять бесов. Нет. Просто Бог берет это и содействует ко благу. Вы знаете, кто больше всего учит об освобождении? Люди, которые были самые зависимы. Кто учит о семье? Это люди, чья семья распалась, потом они пришли в себе. Вы понимаете? Женщины, которые пришли в себе, когда разваливали свои семьи, пришли в себе, они лучшие учителя по семье. Не потому что, не значит, надо сначала разваливаться, чтобы быть лучшим учителем. Но Бог просто почему-то водит, берет и превращает во благо. Оказывается, любить Бога полезно, с большой прибылью. Кто любит Бога? Все. Скажите, все. Это на работе, это дома, это здоровье, это в обществе, это вообще все содействует ко благу. И это от этого я понял, что когда меня подрезал какой-то водитель, чуть не попал в аварию, я улыбнулся. Это тоже во благо. Видно, после этого мое терпение, самообладание на 26 баллов повысился, чем до этого. И вместо того, чтобы его обругать, я вырос. Скажи да, аминь. Вообще, я так жалею, что эта истина меня открылась поздно. Потому что я позволял людей меня ранить. Потому что я думал, что без них мое Божье призвание, мое предназначение не состоится. Оказывается, перезапуски бывают. Скажите со мной аминь. Поэтому получается, что любить Бога выгодно, полезно. Павел говорит, притом знаем. Знаете, что обидно? А мы с вами притом об этом не знаем. Вот что обидно. Об этом мы не знаем. А Павел, у них в то время была общеизвестная информация, что для любящего Бога все содействует во благо. И вот мое желание, знаете какое, чтобы в церкви Победа было общеизвестно, что мы знаем для любящего Бога, действующий по его изволению, все, скажите все, содействует ко благу. Скажи, абсолютно все. Я не сказал, все, что происходит, Бог заказал в нашу жизнь. Нет, я так не говорил. Иона сбежал от Бога. Это не Божий заказ был. Это заказ Иона. Но Бог взял и превратил во благо. И вот заканчивая этим. Если Бог умеет брать разные ситуации, превратить во благо, а мы созданы по его образу и по подобию, научитесь тоже использовать все ситуации, чтобы не происходило вокруг вас во благо. Постарайтесь это сделать. И вы увидите, вы будете на 10 баллов выше во всех ситуациях. Во благо. Во благо. Вопрос возникает, как любить Бога? В следующий раз. Это доктор Родни Браун, который к нам приедет. Он говорит, никогда не проповедуй людей, никогда не проповедуй людям до сытости. Проповедуй им до голода. Чтобы они еще раз захотели.
воскресенье ко мне подошел один молодой человек. Он был у меня в комнате на прием. После он меня еще встретил на улице. Он не торопится в разговоре, он медленно. И он хотел мне сказать фразу. Я был в метро. Человек ходил. У него была карточка. Карточка упала. Я достал. Я побежал. И отдал ему. И он сказал спасибо. Вот что он хотел мне сказать. Это занял 5-7 минут. Мне это рассказал. И вот первые 30 секунд я еще не уловил, что все содействует ко благу. Я начинаю раздражаться. Я ищу, кто из лидеров там, чтобы направить. Что, слушай, что он хочет говорить. Да, вот такой. А лидеры все исчезли, вознеслись. Ни одного нет. И тут я начинаю понимать, что этот молодой человек хочет рассказывать мне эту историю ради того, чтобы я его похвалил. А потому что у него папы нет. А он жаждет это постоянно. Когда я понял, что моя реакция сейчас будет большое исцеление для него, я расслабился. Как будто вообще уже день остановился, я доехал, называется. Расскажи. И он так рассказывал долго. Когда он уже закончил, мне надо было уже бежать назад. Когда он уже закончил, он смотрел меня в лицо с ожиданиями. Похвали меня. А я понял намек от него и от Господа. И я сказал, ты молодец. Я его обнял. Он так радоваться начал. Он так улыбался. Побежал к бабушке. Сказал, что пастор меня похвалил. Я, наверное, думаю, что он целый день всем рассказывал, что его похвалили. А то, что он не знает, что пастор тоже, как ребенок, радовался кому-то. Показал я Божию любовь. И душа его и сердце исцелилось. Я уже вышел на проповедь героем не с этой земли. Только из-за этого. Все, кто смотрел вокруг, меня жалели, наверное, потому что думали, ой, пасторы его задержали. Они не знали, что доза радости во мне умножается, потому что я понял, все содействует ко благу. Давайте мы все встанем. Аллилуйя! Кондария, Машака, Мандария. Мы так благодарим Тебя, Господь, что все в нашей жизни содействует ко благу. Подними свои руки, благодари Его за эту истину. Все ко благу, все ко благу, все ко благу. Все короткие замыкания в Твоей жизни, которые происходили, недостаточно, чтобы Тебя сбить с пути, недостаточно. Недостаточны, не могут, недостаточны. Любовь Божья гораздо сильнее, гораздо мощнее, гораздо сильнее, гораздо мощнее, гораздо сильнее, гораздо мощнее. Кондария Машака Мандария Машака Патария. Кондария Машака Мандария. Просто побывай в этой Божьей любви. Побывай в этой Божьей любви. Просто побывать, побывать, оставайся в нем, веровать в нее. Меня любит Бог не на слова, не на наслишках, не на эмоциях, не на слезы, не на душевности, а фактически, на самом деле, реально. Кондария масоко мумондория, кондария масака мама мамандория. Masaka mama mandoria, kora masaka mandaria. Спасибо тебе за твою любовь,
сегодня, Боже, я провозглашаю на жизни людей перезапуск, 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 новый маршрут, маршрут успеха, маршрут подъема, маршрут движения вперед во имя Иисуса. Кондария Машака Мама Мандория, Кора Машака Мамандария Масака Мандория, перезапуск, перезапуск маршрута, перезапуск маршрута, перезапуск маршрута во имя Иисуса. Кондария Машака Мандария Масокория, Керия Машака Мандария, перезапуск маршрута. Состоится Божье призвание, состоится Божье предназначение, получится твои мечты, получится то, что ты ожидал, получится то, что ты ждал. Бог не передумал, Бог не передумал, Он еще в оригинальном плане, Он перезапускает маршрут, получится. Kondaria masaka mandoria masoko bondoria Indoria masaka mandoria masoria Перезапуск для тебя, новый маршрут для твоей компании, новый маршрут для твоей семьи, новый маршрут для твоего бизнеса, для твоей работы, для твоих финансов, для твоих вопросов, новый маршрут, новый маршрут, новый маршрут. Не менее эффективно при том во имя Иисуса. Кондария Машака Мандария Машака Мандория Кора Машака Мандария. Боже, мы принимаем это, и как церковь победа, мы принимаем это, мы принимаем это во имя Иисуса. Кора Машака Мандария Масоко Мандория. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Кондария Машака Мама Мандария Масака Мама Мандория Моя. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Да, Господь Иисус. Я не боюсь, мой Бог со мной. Да, Господь. Пусть бушует шторм и гром прими. Да, Господь Иисус. На туре буду я с тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Ты есть все во всем. Полнота наполняющая. Пусть бушует шторм. Еще раз пусть бушует шторм.
Знаете, как уходить отсюда, переполнено Божьей любовью? Дай ее кому-то. Найди 2-3 человека. Не надо дежурным. Улыбайся на максимум. И скажи: благословляю тебя, люблю тебя. И Господь даст тебе успех во всем. Во имя Иисуса. 2-3 человека, пожалуйста, повернитесь, найдите кого-то. Найдите. Не просто дежурно, не надо дежурно. Не надо дежурно, не надо дежурно. Не надо дежурно. Дай искренно, искренно. Искренно обними кого-нибудь, благословляй кого-то. Обними кого-нибудь, благословляй кого-то. Обними кого-то, благословляй кого-то. Обними кого-то, благословляй кого-то. Во имя Иисуса, искренно от души. Не надо остаться обособленным. Пожалуйста, дай кому-то тепло. Кому-то, 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 кому-то. Слава Богу, слава Богу, слава Богу.